бэкстейдж, вот бэкстейдж. А. И хотела старт, Катя хотела старт, вот старт. А почему ты так кабок? Ребятушки, хорошие мои, не пугайтесь от того, как я выгляжу. Я немножечко приболела. Но ко мне в гости наведался мой старый друг, с которым мы еще давным-давно учились в Лондоне. Рома. Салют, салют. Приветики. Ром занимается машинами, возит под заказ машины. И вдруг у моей аудитории есть какие-то вопросы, может ответить, потому что, мне кажется, тема сейчас супер актуальная. Вот я, на самом деле, когда сейчас искала для себя автомобиль, точнее, Жень искал, мы на рынке в России адекватных предложений найти практически не смогли. Поэтому вот сюда пишите вопросы, расскажем, как вообще все это работает. Если кому-то интересно, могу дать контакты, привезем машину, Рома привезет под мою, так сказать, ответственность. С Казахстана выгоднее возить новые машины или те, которые считаются непроходными в российской таможне? Это какие? Это за рамками 3-5 лет. То есть это младше 3 и старше 5. Да? По истории авто дилеры предоставляют всю информацию о владении автомобиля, о всех лучших владельцах. Вот, поэтому, когда будете покупать, машина будет прозрачная, как просто утренняя роса. Ну, то есть все можно проверить, посмотреть. Да, там больше того, что любые скрытия информации или искажения информации в автомобиле, оно у них преследуется по закону. Вот, продают как бы юрлица, дилеры, поэтому ну, никто этим объективно просто не занимается. По вопросу о том, какие тачки возить выгодно, новые или нет, на самом деле можно возить все, что угодно. Обычно рынок в Корее будет дешевле, чем внутренний в РФ. Но в целом ради экономии 3-5 лет смотрим машины, то есть 18, 19, 20 год, там таможенная пошлина будет ниже, из-за этого они становятся дешевле. Ребят, 500-600 тысяч – это, к сожалению, не тот бюджет, с которым мы будем просто работать. Есть вариант доставлять машины из Японии, какие-нибудь малолитражки, вот, но, наверное, это не совсем наше поле. 34-й ГТР смотреть будем, скорее всего, в Японии, скорее всего, через аукционы. Реально ли? 100% реально могут посмотреть. Вот, надо просто сконнектиться, сделаем все, что можем, там уже посмотрим, сработаемся или нет. Да, вывести в Европу, наверное, сейчас не поможем. То есть экспертиза у нас несколько в другом. Скорее в том, чтобы привезти, а не чтобы увозить отсюда. Смотрите, сейчас авто лучше возить вообще не из Европы, а с Кореи, потому что по Европе там есть определенные сложности с логистикой, связанные совсем для всех... Все, я запутался. Связанными с обстоятельствами, которые всем известны. Вот. С Кореи возим... Намного проще, все понятно, там прямой путь, как бы, поэтому от 2 миллионов, я думаю. Привозим все, и БУ, и новые. По цене лучше, конечно, 3-5 лет. Ага. А экономия порядка 10%, в деньгах это около 300 тысяч, на машину там 2,5-3 миллиона. Доставка месяц, один месяц, и машина почти у вас. А может быть раньше или больше? Раньше очень хотелось бы, но вряд ли. Ну, рассчитываем примерно месяц.